76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны во Дворце книги презентовали документально-публицистический сборник «Родные герои». Книга издана областным законодательным собранием в память о тех, кто в военные годы защищал Родину, а после войны восстанавливал разрушенную страну. В создании книги участвовали жители региона, депутаты и члены молодежного парламента. Материалы собирались на протяжении года. Я надеюсь, что эта книга будет выпускаться постоянно. Потому что у нас уже есть материал, уже собран материал на сайте у нас и на электронных носителях, уже есть свидетельства, которые мы собираем. И конечно, продолжим эту работу. В книге представлены эксклюзивные кадры из личных архивов ульяновцев, письма с фронта, документы военных лет, фронтовые листовки и просто истории обычных семей. За активное участие в подготовке сборника благодарственные письма председателя законодательного собрания вручили членам авторского коллектива издания. Среди них оказалась и газета «Ульяновская правда», которая внесла неоценимый вклад в создание книги. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».